Как я в начале концерта говорил, Валерий Михайлович был светлым человеком, озорным. И мы с ним когда-то написали давным-давно песню. Она называется «Оптимистическая». В народе ее прозвали «В душе нам 28, не 82». Поехали! Чего скрывать, что нам за 40, и ждут седые юбилеи. Еще не весь растрачен порох, живем душою молодея. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Опа! Как на дрожжах взрослеют внуки, и на глазах мудреют дети. Все в нашей жизни по науке, и день грядет, и солнце светит. А мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Опа! Себе мы скажем, кстати, когда сквозь бури непогоды и к нам с тобой они прикатят. Вот эти вот седые годы, наши годы, а мы сделаем, как Калинкин. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. И пусть песни на стихи Валерия Калинкина звучат и продолжают жить. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва вместе в душе. А мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва в душе. Молодцы, мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82. Опа! Мы шапки вверх подбросим, но пропоем сперва. В душе нам 28, не 82.